Опасность самолечения, бесконтрольное употребление лекарственных препаратов, а также правильное оказание первой медицинской помощи и профилактика острых респираторных и кишечных инфекций. На сегодняшний день это одни из самых острых проблем, которые стоят перед врачами и пациентами. Тверские медики в преддверии Дня безопасности пациента обсудили с коллегами из области эти важные моменты. Осень – начало сезона простуд, ОРВИ, гриппа, а также всевозможных кишечных инфекций. Здесь, подчеркивают врачи, особое внимание профилактике. Нужно чаще мыть руки и носить маски в общественных местах. Немаловажной проблемой также является оказание первой медицинской помощи при инсультах и инфарктах, которые могут настичь человека в любое время и в любом месте. Элементарными навыками должен обладать каждый – это массаж. Сердце – искусственное дыхание. Еще одно распространенное явление, с которым нередко сталкиваются медики – это последствия самолечения. Пациенты пренебрегают рекомендациями специалистов, пытаются поправить здоровье препаратами, которые должны приниматься исключительно под наблюдением врача. Что под собой скрывает опасность самолечения? Ну, во-первых, это появление признаков неэффективности. Лекарства, принятые без назначения врача, могут не оказывать при данном заболевании никакого лечебного действия. Опасность кроется в том, что человек принимает бесполезное в данной ситуации лекарство, а болезнь прогрессирует. Ухудшается самочувствие, развивается осложнение, что в любом случае вынуждает больного обратиться к врачу. Дальнейшее лечение становится трудной задачей и не всегда приводит к полному выздоровлению.